выбирай. А я мне. А это чего такое? Королевская ватрушка. Маком. Все вкусное. С черничкой в уголок. Бывший автовокзал. А теперь стоянка стихийная. Люди быстро сообразили, что, как. Ну, город такого, я думаю, не допустит. Халявы такой. Хозяин есть у этого места. В скором времени что-нибудь придумают, как выкачивать деньги. Что-то построят на этом месте, я думаю. Может быть, снесут, может быть, оставят. Территория бывшего автовокзала, она соединяется с колхозным рынком, вот через склады, через склады, вернее, так скажем, будет правильнее. Так что логично было бы это все объединить с колхозным рынком и сделать какую-то территорию торговую здесь. Брест, Каменец, Подольский идет через, так, что тут, Ковель, Луцк, Ривне, через Ровно. Литровая банка семечек 2 рубля стоит. И вообще рассказывает о чем. Не литровая, а пол-литровая. Пол-литровая, это дорого. Я ошибся. Почем орехи? 5 рублей килограмм. Грецкие орехи 5 рублей. 2,5 доллара. Антоновка, 2,50. Картошка 80 копеек, морковка 80 копеек. Перец 80 копеек. 80 копеек. Яйцо перепелиное, рубль 50. Дело в том, что... Яблоки, рубль 50. Это сладкое, это легкое. Я тебя жду. Яблоко, груша, 2 рубля. И как всегда попадается на пути лоток. А овощи, фрукты — это конфискат у нас. А может, это не конфискат? Это нет. Это овощной магазин. Я продавца знаю. С Советской улицы. Как всегда, к концу недели будет товар. Ходишь-ходишь, ни к концу, ни в начале. Ничего нет. Вам что-то надо юбочку еще? Юбочку мне короткую надо. А, юбочку вот. Короткую? Сейчас пальтишки буду носить. Мини-бикини? Да. Ох, какой кот смотрит в красном пути. Всем добрый день. Мы только что приплелись с рынка, ходили на почту, заплатили за квартиру. Налог за дачу заплатили и прошлись на рынок. Что мы купили? Финики 3,50 стоит с косточкой.
и инжир 400 грамм 3,90. Это палаточка есть возле рынка. Купили кашанки, масянки, фасоль. Белая фасоль стоит 1,09 рубль, это в Евроопте. Купили семечек. Упаковочка 120 грамм, 66 копеек стоит. Яйцо стоит 1,80 рубля. Копченые крылышки стоят 9 рублей, по-моему, 13 копеек. Такие покупки мы сделали сегодня. Саша себе еще купил пирожное. Сейчас покажу. Заварное пирожное. 53 копейки одна штучка. Все, сейчас у нас обед. Мы будем обедать. Вот сколько интересного нам всего рассказали. Ой, мы аж пропахли этой вкусной туалетной водой. Аж голова закружилась от косметики. Ой, как вкусно пахнет. Все, Санек, я уже себе выбрал 2 бутылочки. Мы уже раскатали губу и не одну. Надеюсь на дополнительные скидки, да, Татьяна? Я говорю, спрашиваю, а как долго заказ выполняете? Она, если вы в пятницу придете, все оформите, во вторник, говорит, вам уже привезет посылку. Ну, это с Минска возят. Я про скидки, про скидки. А нам скидка будет 20%. Туалетной воды мы нанюхались. Таня говорит, пойду я в магазин Мегаполис, товары из Востока. Я. Спокойнее, девушка. Пойдемте с нами. Коли решили вы туда идти, идите. Я хочу юбочку коротенькую. Ну вот и флаг вам в руки. Выше колен. Ниже колен. Никаких тут юбок нет. Чего нет? Юбочки хотела посмотреть. Тут на девчонок. На тонкие талии. Оттуда, да? У нас тоже талия нормальная. Была. Когда. Таня говорит, что за труба на машине? Подзорная или вентиляция? Это, Таня, кондиционер выведен так. Какая-то машина двойная. Отстегивается, наверное, задняя часть. Задняя часть отстегивается и пристегивается. Здесь и зеркало заднего вида, и выхлопная труба, и кондиционер. Круто. Три в одном. Три в одном, такую еще не видела. Попали мы на советскую в то время, когда фонарщик зажигает вот огни. Пойдем снимем его. Потому что новые зрители у нас каждый раз появляются и задают нам вопросы. Покажите нам фонарщика. Поближе надо им показать. Фонарщик у нас симпатичный парень. Можно подержать его за пуговицу. Да. Сбудется желание. Девушки вон к нему пристают. Звезда Бреста. Он уже и на кружках, и где его только нету. Купили сегодня Тане белые кроссовки. И как выяснилось, что они не в тренде, а в тренде вот такие вот, на такой вот платформе. Вот видите, как идет девушка в белой джинсе. Таня говорит, и шнурки у нее завязаны. Прямо здесь вот на щиколотке. Таня говорит, завтра пойду отдам. Мы уже все меняли, кошелек так меняли. Ну, сейчас что, можно если, все менять. Что, если мы родились ну, такими? Ну, а что, если я вот пришла, померла? Ходим и меняем, да. Они мне большеватые, вдруг выяснилось, что кроссовки эти уже не модные. Не модные, а я хочу модные. Короче, завтра мы же сразу не можем все охватить. Пойдем мы домой, завтра нам на дачу. Будем доделывать свои дела, закрывать сезон. Так, Танюша? Да, все.
Вот мы и на даче. Кнопочка. Кнопочка. Тёпочка. Тёпа ревнует. Тёпа ревнует Кнопу. Да? Тёп. Эх, ты толстенький какой. А тут что? Стройка века. Стройка. Новостройка. Тут далеко у меня все. Далеко? Да. Сейчас, Кнопочка, сейчас. Сейчас, подожди. Подожди. Уже дружат, уже не гоняют. Все дружат. Дружба, мир. Еще оккупанты наступают. Че, пищим? Так, в хату не входить, пиши. Таня вошла Кнопу кормить. А рыжий сопровождает. У нас был обед, подошел он к концу. Таня пьет чай, я говорю: Танюша, иди, вон Кнопочка сидит, ждет, собачка. Есть же, говорю, у тебя кровянка, дай ей. Шалопутный бежит. Они же не голодные, Таня их кормила уже три раза. И все равно бегут в надежде что-то урвать.